Жизнь дороже. В Улан-Удэ пассажиры отказались лететь на старом самолете. Они прервали взлет, ну а некоторые даже сдали билеты сразу же. Рейс должен был пройти по маршруту Улан-Удэ-Хабаровск. Сначала перед вылетом резко поменяли время в пути и заменили самолет. Там решили пересадить всех на старый Ан-24. Когда пассажиры оказались на борту, они поняли, на таком лайнере лететь просто нельзя. Уже на взлетной полосе они потребовали прекратить полет, не начинать этот взлет. Судно тут же вернулось на стоянку. Послушались, удивительно, но в итоге 5 пассажиров сдали билеты, остальные вылетели по этому маршруту, но позже и уже совершенно другим рейсом. Ну что ж, нелетный месяц и правда. И предыдущая новость подтверждает нашу следующую. Росавиация предупредила об опасности перелетов в августе. В этот период ожидается рост ЧП, ударов молнии в самолеты, а именно сейчас, ведь больше всего пассажиров куда-то летят, у всех в основном какие-то отгулы, отпуски. Так вот, загруженность это и добавляет проблем. Многие компании стремятся заработать и отправляют в воздух самолеты с неисправностями. Кроме того, многие пилоты в это время выходят из своих отпусков и не сразу входят в привычный ритм. А кого-то наоборот, на отдых не отпускают. И для того, чтобы снизить риски, за режимом работы следят и прокуратура, и Ространснадзор. Но вот это предупреждение Росавиации предлагаю обсудить с Олегом Михайловичем Смирновым. Это член общественного совета Ространснадзора и Росавиации, заслуженный пилот Советского Союза, и он уже с нами на прямой связи. Олег Михайлович, здравствуйте. Сразу такой к вам вопрос. Вот такое предупреждение, которое сейчас разошлось, которое увидели мы, журналисты, это нормальная практика в августе? Так было и раньше, либо же в этом году что-то изменилось? Это рутинная, положенная практика со стороны государственных регулирующих органов настраивать авиакомпании, и не только авиакомпании, но и аэропорты, на то, что август месяц – это месяц с пиковой авиационной нагрузкой на отрасль. Самое большое количество пассажиров, перевезенных в течение года, именно приходится на август месяц. Плюс к этому отвратительные метеоявления, связанные с опасными метеоявлениями, такими как грозы, мощная кучевая облачность. В то же время еще и наша страна, страна с резко выраженными пиковыми нагрузками ввиду климатических условий. И еще август характерен тем, что к 1 сентябрю идет вал возвращающихся, отдыхающих с детьми, чтобы успеть в школу. То есть это месяц максимальной нагрузки. Всегда была отработана методика обращения государственных органов регулирования к авиакомпаниям, чтобы они мобилизовались и чтобы все проходило таким образом, чтобы были перевезены все желающие пассажиры с обеспечением полной безопасности полета. Олег Михайлович, в общем, я так правильно понимаю, что пассажирам переживать слишком не стоит, да, из-за такого предупреждения? Да вообще не стоит переживать. Это предупреждение не для пассажиров, не для прессы. Это предупреждение со стороны регулирующих государственных органов, кое является, предположим, Росавиация, которая, как ни один из госорганов, не соображает в том, что, как надо организовать такую колоссальную частоту полетов с полным обеспечением безопасности полетов. Поэтому они дают ориентиры, что надо делать. Работать с экипажами, соблюдать строго режим труда и отдыха, не обманывать себя, как некоторые руководители авиакомпаний, которые не являются авиаторами, а финансистами там, и прочими неавиационными людьми, которые не понимают и приравнивают свой труд в тиши кабинетов, когда им секретарша регулярно носит кофе с коньяком или с молоком, когда над ними не бушуют грозы в тихом, удобном кабинете, они приравнивают эти условия такие же, как считают и пилоты так трудятся. Нет, друзья мои. Пилоты трудятся, несмотря ни на какие метеоусловия, они обучены таким образом, чтобы обходить все эти риски.
Олег Михайлович, можно вас перебью в продолжении как раз вот темы, которую вы затронули, про пилотов и их нелегкий труд. Вот смотрите, получается август, ну и летние месяцы вообще, пиковая нагрузка идет на пилотов. Очень много перелетов, очень большой пассажиропоток. В то же время нужно его как-то обеспечивать, соответственно, нужно больше работать. В эти месяцы как-то изменяется режим отдыха для пилотов? Может быть, работают дополнительно там психологи, комната разгрузки? Каким образом вообще компания следит за состоянием своих сотрудников? Нормальная авиакомпания с нормальным директором компании, авиатором, а не финансистом или каким-то там эффективным, в кавычках, менеджером, он понимает, что единственный способ уйти от этих рисков перегрузки – это строго соблюдать режим труда и отдыха, не приравнивая свои удобные условия в кабинете в условиях пилотской кабины, когда человек не отдохнул. Чудес не бывает. Не отдохнувший человек, представьте себе, не отдохнувший за рулем. Вы вот за рулем, и любой телезритель за рулем, не выспавшимся. Он понимает, что он несет риски. Экипаж не должен отдыхать так плохо, чтобы он нес риски для пассажиров. Он должен соблюдаться все графики труда и отдыха. Положено 12 часов отдых. 12 часов, будьте любезны, руководителю авиакомпании, дайте ему отдохнуть. Положено сутки отдохнуть после тяжелых ночных полетов. Дайте ему сутки отдохнуть. Но ни в коем случае... Олег Михайлович, а как на практике, вот сейчас, в наших нынешних реалиях, как на практике дают пилотам столько отдыхать, сколько нужно? То, о чем вы говорите, об этих нормах. На практике некоторые руководители авиакомпании не авиационного толка, а там всякие финансисты и прочие, не соображающие ничего в авиации, они позволяют себе так утрамбовывать рабочее время, мол, давай, что там, подумаешь там, не отдохнул, вот так, понимаете? То есть абсолютно некомпетентные люди, которых надо удалять вообще с гражданской авиации. И они позволяют себе такие вещи. Нормальный руководитель авиакомпании никогда не перешагнет через святое дело природу. Природу не обманешь. Если человеку положено спать 8 часов в сутки, он обязан спать 8 часов. Если он не поспал, Олег Михайлович, да, действительно, нам остается, получается, только уповать на грамотность и честность тех самых менеджеров. Вам спасибо за этот откровенный разговор. На прямой связи с нашей студией был заслуженный пилот Советского Союза Олег Смирнов. С ним мы обсуждали предупреждение Росавиации о том, что в августе нужно ждать больше ЧП.